все зробимо для того, щоб імплементація Мінських угод відбулася, для того, щоб важке озброєння артилерія були відведені, крім тих ділянок, які на сьогоднішній день в військовому відношенні складають певну небезпеку. І хочу ще раз наголосити, про які ділянки йдеться. Це є район навколо Маріуполя. Ми говоримо лише про відведення Збройних сил безпосередньо з населеного пункту Широкіна, але скрізь і в Бердянському, і на господствуючих висотах ми залишаємо наші підрозділи, і ні на які провокації ми не піддамося. Маріуполь, його охорона зараз значно підвищена заведенням туди додаткових підрозділів Збройних сил України. Ось така офіційна позиція президента України, Верховного Головнокомандуючого Вооружених Сил України по Широкіна. Будут ли реализованы эти планы, и мы понимаем, что это выполнение части Минских соглашений, очередной раз заседает контактная группа, я могу только поддержать своего коллегу по информационному сопротивлению, народного депутата Украины Дмитрия Тимчука, который очень четко заявил 3 августа о том, что если мы выведем войска из Широкина, то туда сразу зайдут бандиты, и нам придется потом через какое-то время их выбивать, если такая возможность, конечно же, будет. Вот такая позиция у главы государства, и наблюдаем за развитием ситуации дальше. Интересная информация, на мой взгляд, тут прошла в интернете, и дело не в том, что на Укрспирте обнаружили растрату в 3 миллиарда гривен. Я о другом. На конкурс директора ООО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», это как раз Укрспирт, поступило 45 заявлений от претендентов. Об этом официально сообщает пресс-служба компании. То есть 45 человек хотят возглавить Укрспирт. Есть в этом списке государственное предприятие «Артем Соль», «Хлеб Украины», там заявок намного меньше. Единственное, что меня, наверное, даже не удивило, отсутствие в этом списке таких вакантных должностей, как волонтеры. Без зарплаты, без сна, без еды, с нервами, нервотрепками, вернее, и так далее, и тому подобное. Вот на волонтеров никто номинироваться не хочет. Как правило, те люди, которые начали нести этот тяжелый, непосильный крест больше года назад, этим продолжают заниматься. Я не случайно говорю о волонтерах, я не случайно говорю о Широкино, потому что ситуация там непростая, как и по всей линии фронта, и помогать нашей армии необходимо было не только вчера, но сегодня и придется еще завтра. И, к сожалению, не один месяц. В этой студии люди, которые, ну, одна из них точно отличаются иногда резкостью суждений, тем не менее, наверное, за это мы ее и любим. Наталья Пранжу, волонтер, Лена Грекова, волонтер. Все мы волонтеры в этой жизни. Девчонки, добрый вечер. Всегда с трудом этих волонтеров я вытаскивал, именно вытаскивал на эфир, но вот как-то в этот раз очень быстро сложилось, потому что и ситуация неординарная. Я знаю, что как раз очередной экипаж едет в Широкино, планируется эта поездка на четверг. Давайте сразу спросим, поговорим с одесситами, попытаемся им донести важность того, что ребятам необходима помощь, и как бы трудно сегодня не было, наше спокойствие как раз в руках этих ребят. Мы сейчас по ходу программы будем показывать то, что необходимо. Наташа, мы взяли из твоего фейсбука список необходимого. Есть у нас реквизиты, есть у нас адреса. Максимально в ходе программы будем об этом говорить. Девчонки, рассказывайте, что необходимо в Широкино, кому это необходимо. И вообще такая более романтическая, я сказал бы, тема — состояние волонтерского движения сегодня. Правда ли, что ему осталось жить совершенно недолго? Ну, мое мнение, что да. По поводу волонтерского движения, ну, как бы, почему у меня такое мнение? Причина такова, что, слава Богу, мы все-таки за практически уже 1,5 года войны ситуация на самом деле меняется. Меняется в лучшую сторону. Мне очень обидно, когда люди кричат, что вот, все пропало, зрады, да, вот эти вот стандартные какие-то вещи есть. Но на самом деле это не так, потому что я вспоминаю этих солдат там, в апреле, в мае прошлого года. Это, ну извините, это было страшно. Тогда немногие вообще даже мечтали о бронежилетах, скажем так. Многие мечтали вообще об элементарной воде и еде.
Сейчас ситуация абсолютно другая. Конечно же, все зависит от командиров, да, от подразделений. Ну, тут это уже свой такой нюанс. Почему думаю, что волонтерское движение идет на нет? Потому что, ну, вот зашли ребята, да, уже в Министерстве обороны зашли, в Министерство соцполитики, волонтеры зашли опять туда. И ходят, и вот так вот берут каждого за горло и говорят: делай, работай. Стоят над головой, и эти работы и дела, что происходит, на самом деле меняют там. Сверху вместе на прием и со всем остальным. Даже последняя ситуация, которая была, да, аптечки вообще, то есть на самом деле, ноги, о, вот не такой, вот он не такой. Слушайте, ну, год назад и этого не было. Год назад, извините меня, там, ну, перекись найти было практически невозможно. О чем говорить сейчас? Сейчас абсолютно вообще другая ситуация. Она намного изменилась, намного глобально изменилась. Ну, а что касается волонтерского движения, ну, вот таким образом все меняется. И как по мне, конечно же... Я понял. Наташ, смотри, на твой взгляд, вопрос тоже лень. Почему такая ситуация все-таки стала действительно лучше? Опять-таки, это потому что волонтерский десант пришел в Минобороны. И я даже знаю, что один из интернет-сайтов написал, что ура! Первый раз за всю историю войны волонтеров опередило Министерство обороны. Вас вообще такая информация радует, что Министерство обороны якобы, ну, говорят, что правда, вас в чем-то опередило, Лен? Ну, способно ли Министерство обороны на это? Способно. С теми там ребятами, которые есть, там, с Беляковым, с Ранковой и с многими остальными, кто там днюет и ночует, и они действительно толкают их, и как бы министерству уже некуда деваться, поэтому, потому что когда волонтеры наседают, и вы смотрите, сколько и форму они уже подготовили, и на этот пятый сезон, как бы вся форма есть. Почему, допустим, некоторые иногда звонят ребята и говорят: вот, нету формы. Форма на пятый призыв вся есть, и есть НЗ. Ну да, нету на 2-3 комплекта, чтобы ребята там себя чувствовали хорошо, удобно. Но это будет, это тоже нужно время там. Я вас периодически буду прерывать, вот эту нашу именно романтическую беседу о волонтерском движении, о том, кто из волонтеров на какие должности подался. Я об этом, кстати, тоже спрошу. Наташа уже смеется, она знает, о ком я буду спрашивать, да. Мы будем показывать то, о чем я говорил. Это потребности ребят. Наташа, Лен, давайте озвучим, что необходимо. Такого сейчас из горящего, ну, как бы, во-первых, кому мы помогаем. А в Широкино сейчас зашли это ребята, это РТГР морской пехоты. Это сборная Солянка ВМС, я их так называю. Это и рота охраны, это ребята из судов, это 36-я береговая, это и связисты. Вот из всех ребят, которые вышли из Крыма, из них сделали сборную Солянку, назвали РТГР морской пехоты. Вот мы помогаем именно вот им. Почему им? Но они нам стали какими-то родными, потому что мы их выводили, ну... Мы встречали, когда они вышли из Крыма, с их семьями, крестили их детей, рожали, лечили. Да, теперь покупаем коляски, ищем коляски, в том числе. Да, это вот, так, слава Богу, они приехали сюда, свелились, начали принести новое поколение, да, уже патриотическое, это супер. И вот мы этим ребятам помогаем, они уже не первый раз там. Для меня большим удивлением, почему многие кричат, что вот, лежит туда вот морпехи, они были там, мы были там, была 79-ка там, да, был Азов, был Донбасс, но почему-то об этом все молчат. И ребята были, ребята вот вернулись от Татры, опять как бы сейчас туда пошли, и вот добираем, ну, как бы необходимо. Сейчас нужны генераторы. Генераторы нужны, потому что, ну, как бы, ребята заняли достаточно большую широкую линию, как бы, несколько постов, это и связь, ну, это как бы, ну, все понимаем, зачем нужны генераторы. Слава Богу, спасибо, Донецкая АГА, тепловизоры нам уже туда не нужны. Туда Донецкая обладминистрация завезли 54 тепловизора «Эотека». Каждый из них стоит лишней суммы денег, то есть общая там сумма на 220 тысяч долларов. Тепловизоры были завезены за 2 дня. То есть с этим мы вопрос, слава Богу, закрываем. У нас остались такие вещи, как ночные прицелы, конечно же, да, оптические прицелы у нас остались. Дальномеры, слава Богу, ребят, есть. Мы уже завезли в прошлую ротацию туда, там бинокль тоже еще в прошлую ротацию завозили. Вот задам вопрос, он сейчас по ходу твоего ответа появился, Лена, тебя спрошу. А кто сегодня наиболее активно помогает армии? Ну, вы, понятно, вы, извините, уже профессиональные волонтеры, да, еще раз скажу, с нервотрепкой, с болячками и всем остальным, да, то есть вот это профессионально приобрели. А кто сегодня приходит, кто сегодня, ну, не знаю, там,
Я не говорю кусочком хлеба, понятно, это утрировать, да, какой-то копеечкой своей там что-то еще приносит. Сережа, в принципе, люди вот на протяжении года это в основном одни и те же люди. Да. Вот получили зарплату, заплатили там. Честно, тысячу я могу гривен. Сказать, у кого когда уже какая зарплата. Да. Честно, мы знаем, что вот пришло там 10 050 гривен. Мы знаем это кого. Это там можно не заглядывать, это там Андрей. Пришло там ровно 10, это там Сережа. Скажу больше, был. Даже я уже знаю этих людей, да, по твоим отчетам. Да, да. Да. И это одни и те же люди. В основном, да, бывают там какие-то иногда вот вдруг знакомые кого-то там услышали, узнали, и вот они тоже подключаются, начинают помогать. Наши, но на протяжении полутора года... Было наши друзья, наши знакомые, наши бизнес-партнеры, а потом люди, которые вот постоянно, я говорю, мы знаем, у кого какая зарплата, какую десятину, ну, практически одни и те же люди, конечно же, в основном. Это, опять же, одни и те же люди, которые находятся за пределами Украины, за границей, и Штаты, и Германии, там, и Англия. Скажите это, честно, это, они не устали от того, что постоянно оказывают помощь? Честно, устали. И я вот с каждым месяцем, да, когда вот подходят там какие-то даты, я понимаю, что какая-то сумма придет, иногда даже становится так, а вдруг нет. А кто не устал? Вот, Сережа, по-большому, вот ты устал, мы устали, мы все устали. Нам хочется плюнуть. Сколько раз мы психовали, говорили, все, стоп. Мы продолжаем наш разговор с волонтерами Натальей Пражо и Еленой Грековой и говорим о том, какая помощь необходима нашим морским пехотинцам, тем, кто вышел из Крыма, получили одесскую прописку. Но там, на самом деле, сборная действительно солянка. Тем не менее, одесситы фронту продолжают помогать. И, надеюсь, и в этот раз мы тоже попытаемся с вашей помощью, уважаемые телезрители, все вместе поможем нашим ребятам. Я гарантирую, что девчонки все это доставят в район Широкино. Это гарантия. Наташа, Лена, вот такая была техническая заминка, но чем она хороша? Да? Тем, что вот наша жизнь действительно вся, прямой эфир вот с такими бурями, там, ветрами, поломками, тем не менее мы продолжаем общаться. Вот о чем хочу спросить. Я говорил о том, что отчасти хотя бы где-то год назад и все это время вы, волонтеры, подменили Министерство обороны Украины. Говорили о том, что волонтерское движение, та активная фаза, наверное, сегодня уже прошла. Если можно спрогнозировать на завтра, какими будут ваши действия, ваши движения, потому что вот за Наташу говорил, что бывает рисковато, абсолютно, кстати, аргументированно, не всем это, правда, нравится. Тем не менее, сейчас наш эфир, я хотел это в финале сказать, нас немножко сбили, да, наш эфир, некая лакмусовая бумажка для меня лично, потому что я понимаю, зрада не пройде, да, не все пропало действительно, и надо дальше работать, не останавливаться. Что дальше с волонтерским движением? Потому что правильно Лена тоже говорит, что люди устали. Да, люди устали, но честно, как по мне, то все идет на спад, и в принципе это логично. Потому что десятину каждый из семьи свою отдает, но сейчас не очень такая стабильная ситуация в бизнесе и как бы во всех сферах, да, то есть как бы есть такое. Ну и плюс, как бы на самом деле, ребята, которые находятся там в Министерстве обороны, они очень много делают. Мне очень жаль, что многие этого не видят. Мне очень жаль, что многие просто не готовы сравнить, что было вот больше года назад и что сейчас. Они делают очень большую работу, они сделали ту работу за год, которая не проводилась, не то что 23, наверное, даже еще при Союзе не проводилась. Потому что армия, военные, до начала военных действий вообще об этом не думала, наверное, как и многие. Сейчас я больше чем уверена, что я уверена, что мы победим, что все это закончится. Будем надеяться, что это будет скоро. Очень хочется в это верить. Но армия уже будет другой. И знаете, вот пару дней назад у нас у наших подопечных у радиоэлектроразведки ВМС у них был праздник 18 лет части, они нас позвали, я им за столом сказала такой тост: я мечтаю, когда будет тот день, когда не наши военные будут ездить в Европу, в Америку, учиться, получать какие-то знания. Я хочу, чтобы сюда, в Одессу или на Украину, приехал какой-то военный американец, и наши ребята его обучали. Одному, второму, третьему, десятому. Я хочу, чтобы они были специалистами. И очень хочется, чтобы все-таки мы правильно дальше воспитывали будущее поколение, чтобы они учились на наших ошибках и не повторяли их больше никогда. Лен, какие ошибки? О чем говорит Наташа?
Ну, ошибки в плане того, что мы не думали о своих границах, мы не думали о том, что может быть враг, вообще даже не рассматривали ни под каким соусом это, мы забыли про свою армию, там год назад, ну, армия, ну, где-то там, да, есть армия, что она из себя представляет, никто не знал, в чем они варятся, никто не знал, а сейчас мы понимаем, что это наша защита, опора, что благодаря им у нас сейчас тихо и спокойно в городе. И народ и армия едины, это не зря было сказано кем-то, я не помню сейчас, и действительно это сила. Когда народ и армия едины, значит мы победим однозначно, и другого пути у нас нет. Я, кстати, сейчас скажу о том празднике, который мы вспоминали и, ну, по-тихому отмечали накануне нашей программы, это день ВДВ, высокомобильные десантные войска. Я вам скажу так, это тоже был определенный срез такой, посмотреть, а как он пройдет в этом году, да? И настолько вот такой глубокий смысл был у этого праздника, не было этих пьяных фонтанов, то, что было у тех людей, да? То, что на Приморской все время проходило возле Люка. И насколько, я посмотрел даже вот Facebook, который сумасшедший, который, наверное, отчасти во многом неправильный, вот не было вот этих лубочных картинок, там войска дяди Васи, там вот это, ну, вот то, что обычно сопровождает такие дни. Все писали кратко, чуть больше посты, говорили, вот есть армия, есть мы люди, которые любим армию, хотим ей помогать. Чем еще мы можем сегодня помочь нашей армии? Мы можем помочь тем, что вот я хочу сказать, вот недавно у нас с 28-й бригады приезжал Миша. Он уже несколько раз приезжает в отпуск. Вот, и он часто сталкивается с тем, что люди наши не до конца, особенно одесситы, не понимают, наверное, что у нас есть война, что у нас есть военные. У них есть льготы, и вот ему нагрубил там водитель маршрутки. Он сказал оплачивать билет, хотя у него есть этот льгот, а он может спокойно не оплачивать. Да, ну разве проблема в том, в 2 гривнах или в 5 гривнах? Вы просто отдайте дань этому человеку, потому что он там под пулями защищает вас, а вы тут вместо того, чтобы сказать ему спасибо тебе большое, потому что не я там на фронте, а ты там, с него требуют каких-то 5 гривен, которые он не должен платить. Ну люди, будьте адекватны. Говорите людям спасибо, говорите спасибо и делайте все возможное, потому что они за вас там воюют, мужчины, особенно к вам, там дети больше старше 18 лет, мужчины, обращение к вам, будьте адекватны, говорите тем, кто воюет за вас там, спасибо. Больше ничего не надо. Или хотя бы улыбайтесь, если не говорите спасибо. Не надо. Ну, абсолютно верно, говорите спасибо. Я думаю, что сегодня у всех, без исключения мужчин, я могу об этом сказать, есть свой выбор, да, как и чем помочь Родине, не просто разговаривать, да. Сегодня многие говорят о том, что они больные, там, хромые, косые, там, не пожелаю им, конечно, ничего плохого, но есть те области, в которых можно себя применить, да? Кто-то может материально помочь, кто-то там, ну я не знаю, ну вариантов на самом деле, ну, очень сетки много. Сетки пусть приходят, плетут, господи, хоть так уже. Ну на самом деле, если каждый из нас встанет и будет что-то делать, не обязательно там материально. Это можно своими мозгами, своими знаниями, своими руками. Вообще труд облагораживает человека. Вот всем, если мы все воедино станем, вот тогда будет окончательная победа. Я вот очень часто пишу слова своей бабушки, мы сами враги себе, да, ты знаешь это. И вот оно везде, вот оно на самом деле так и есть. Давайте просто все вместе объединимся, не будем сами врагами себе. У нас есть внешний враг, у нас один враг. Давайте здесь вот будем единым целым. А за Мишу хотела сказать, он вообще у нас уникальный, потому что человек, который прошел добровольцем 28-ю механизированную бригаду, ему уже можно сказать спасибо. Я думаю, что, наверное, все понимают, почему, потому что там ситуация достаточно плачевная из-за командования бригады. То есть уже можно спасибо сказать даже за это. Скажите, пожалуйста, девчонки, давайте помечтаем. Давай. Вот эти технические неполадки на это дело настроили на позитив только, да? Давайте помечтаем. Как мы будем встречать День Победы? Вы уже думали об этом? Какими будут платья? За платье нет, мы его уже, вы знаете, у нас просто было вино, которое лично Михаил Саакашвили подарил Саше, когда Саша был в Грузии. Мы его держали на победу Майдана, потом это все переросло в войну, держали на победу. Когда его назначили, мы поняли, ну, наверное, вот этот день какой-то такой пришел, мы его выпили, его уже нету. Вот, но в смысле вина? Да, вина нету, да. Чачи в том числе, праздновали хорошо. Я вот очень бы хотела, знаешь, не о платьях. Вот мне очень бы хотелось, чтобы это был вот через всю Дерибасовскую один длинный стол.
где, наверное, могли прийти вот абсолютно все люди и поднимать тосты, и говорить добрые слова, и говорить спасибо. Вот мне почему-то хочется вот такого. Вот, чтобы мог прийти любой... Такой большой детский дворик. Да, вот такой большой детский дворик через всю Дерибасовскую. Вот не знаю, мне почему-то хочется такого. Вот я между прочим, об этом найдется. Думала. Да. Вот я почему-то думала об этом. И у меня вот все время вот такое в голове, знаешь, уже за платье все давно забыли. А я вот скажу по-другому. Я хочу, чтобы действительно этот стол тоже был. Но я хочу, чтобы наши гости, не только наши гости, все одесситки, все, кто помогает армии, кто любит Украину, а значит, любит себя. Я по-другому вопрос ставить не могу. Были в платьях, потому что вы у нас самые красивые. И мы вас просто обожаем. Спасибо. Делаю это, вот, признаюсь, публично. И попробуйте мне что-то после этого сказать. Единственное, кого я не хотел и не захочу видеть за этим праздничным столом, людей, которые предали Родину. А значит, предали каждого из нас, предали себя. На первую очередь себя. Все будет добро, я в этом уверен. Спасибо, что были с нами. Через несколько минут в этой студии общаемся в прямом эфире, я надеюсь. Спасибо, до встречи.